Блин, ну тракторист сейчас все бабахло и обосрался. Пипец просто. У меня шина, походу, взорвалась, капец. Там у меня замазочки и флюксы. За это я не люблю игрок Full Metal Paint. Какой-то становится всегда у меня проблеск, у меня криво. Как-то бафика. Ой, ужас какой-то. Я участку вот там вот, херни с надписью «Мотоши ведет свои наблюдения». Тотдауны, понятно. Дурачки. Не, ну ковер шоу топ, я считаю. Еще моя давняя тега Russian Roulette. Заправка, это, конечно, херня, но пишет для помпы более-менее. У меня отморозились все пальцы, очень холодно. Хартовов почему-то не захотел писать по мокрой поверхности вообще никак. Ну ладно. Как я понимаю, это хубик. Либо игрок Full Metal Paint. Все просто. Растегано, капец. Вот это вот у меня, эти черные пятна, это у меня перестал писать этот Hard to Buff. Я переделал. Ну, пропитывал. Чел, с ним С, Е, Р, В. Правильно читается. Я за карп почему-то пошли по трикс, помпа вообще без понятия. И за Елте. Легендарная эта штучка. Тут просто дофига все. Я ее обожаю. Стоп с кучей стикеров. Вообще там прикольный, там вот это есть 28, если не ошибаюсь. Я чела этого не знаю, на ютубе тоже не видел. Но очень много кусков таких вот, как раз на все 28 видел. И вот так, то есть прям, не знаю, чел прям везде. Вот везде вижу шафа, еще одного чела, не знаю, как его на имя читается. И вот этого, 28. Боже, я не знаю, что это. Хэндмейксит за 1600 рублей. Ну, тут у меня, конечно, шрифт херовый получился прям. Ну, что с линией, типа? Ну, 1,5 косаря за что платил, типа? Как-то оно. Разочаровался пока что в нем. Короче, Hard to Buff почему-то решил сегодня плохо писать. Тут, конечно, херня получилась. Но что-то Hard to Buff сегодня, ну, не особо как пишет. Думаю, значит, надо будет пропитать люто. Или перо заменить, хер знает. У меня маленький вопрос к хэндмиксит. Что происходит с маркером? Он не пишет. Он сговнякался весь. Что с ним? Хотя по поверхности я писал не гладкий. То не он должен хорошо писать. Я его уже выбросить хочу. Херня к этому. Боже, когда больше такой не куплю.